Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков посетил Баткенскую область. В рамках рабочей поездки глава правительства ознакомился с ходом строительства и реконструкции автомобильных дорог, состоянием социальных объектов. Кроме этого, запланированы встречи с местными жителями. Подробнее расскажет Диана Мамекова. На протяжении многих лет Баткенская область долгое время была в неком тупике. Дорог своих, чтобы проехать, не было. Однако за несколько лет этот вопрос решается. Так построены дороги в объезд таджикскому анклаву Варух и узбекскому Сов. Премьер-министр ознакомился с состоянием стратегических автотрасс Кокташ-Аксай-Тамдык и Аксай-Рават. По словам жителей села Аксай, не раз возникали конфликтные ситуации, когда им приходилось проехать на Джайло или же в райцентр через таджикскую границу. Строительство новых дорог поставило точку в этой проблеме. Это объездная дорога, она стратегически важная. Трасса практически завершена, осталось 10% работы. А вот участок дороги до села Тамдык мы продолжим после двусторонних переговоров. Протяженность автодороги Аксай-Рават 25 километров. Хотя дорога сложная, как рассказывают в обладминистрации, местные жители отдают предпочтение ездить именно по ней, а не через Таджикистан. Премьер-министр дал поручение обратить внимание на качество строящейся дороги. Далее Жээнбеков ознакомился с трассой Кулумду-Максат в Лейлекском районе. Завтра же глава правительства посетит ряд объектов в Кадамджайском районе и городе Кызылкия. Диана Мамекова, Адылбек Акматов, Общественный первый канал, Баткенская область.